700 выпускников Киевского национального университета внутренних дел сегодня стали офицерами и надели лейтенантские погоны. Многие из них не планируют продолжать обучение и сразу же пойдут работать по специальности. Говорят, это их долг. На полицейском выпускном побывал мой коллега Андрей Яковин. Цветы, улыбки и много фотографий. На Соломенской площади в Киеве выпуск служителей Академии внутренних дел. С огромным букетом красных роз фотографируется выпускница, будущий следователь Наталья Городецкая. Девушка с ранних лет мечтала помогать людям. Мне нравится моя работа, потому что полицейские работают, стараются. Что они делают для граждан, общества, для государства? Отец Натальи, Олег Владимирович, бывший военный пограничник, поначалу не одобрял выбор профессии дочери. Відразу не це сприйняв, наче жарт. Сразу воспринял как шутку, а когда оно дошло все до того, что все серьезно, то, можно сказать, категорически был против, но ее переубедить было очень трудно. Офицеры надевают новые погоны и отвечают по уставу. Так точно. Так точно. В этом году в Академии 700 выпускников. Мы выбрали этот шлях. Мы выбрали этот путь. Мы надели погоны и должны подчиняться приказам, которые нам будут отдавать. Вадим – один из 22 выпускников, кто недолго носил выпускные лейтенантские погоны. Из рук генерала Сергея Ярового он получил новое звание. Старшего лейтенанта. Диплом с відзнакою. Дорогие наши выпускники! Дорогие наши выпускники, наставляя вас в добрый путь, еще раз призываю вас быть верными присяге и закону. Минута молчания в память о погибших во время несения службы, возложение цветов, прощание с флагом Академии, казацкое посвящение булавой. После лирической части мероприятия показательные выступления офицеров с оружием, выступления ансамбля барабанщиц и традиционный ритуал для выпускников силовых учебных заведений. Закончилась официальная часть скандированием и мокрой формой. Андрей Яковин, Александр Бугай, UATV.